Hike Screen Spark, покажу, как сделать Hard Reset. Для этого нам нужно нажать кнопку уменьшения громкости и кнопку включения. Уменьшение, включение, держим. Включение отпускаем, минус держим. Опускаем все клавиши. Опускаемся до Wipe Data Factory Reset. Кнопка увеличения или уменьшения громкости. Подтверждаем кнопкой включения. Опускаемся до Yes. И подтверждаем кнопкой включения. Пошел сброс. Делаем теперь перезагрузку на первом пункте. Та же самая клавиша клавиша включения. Все, теперь дожидаемся полной загрузки телефона. Она будет длиться дольше, чем обычно. ФРП блокировка не должна сработать, так как тут Android 4.2 или 4.4 версия. ФРП уже с пятой версии начинается.